Всем привет, с вами команда Last Rise, меня зовут Евгеха. Меня зовут Демастер. И я Тирасир, всем привет. И меня зовут Дэн, и я нашел эту карту, и сегодня тут у нас такая система кровати, это мы натворили. В общем, у нас тут кровати буква Зю, у нас была вечеринка, пижамная вечериночка, и мы с ребятушками проснулись в какой-то непонятной фигне. И сегодня мы с вами позанимаемся тем, что скажет Денис, слушай, Денис. А, да, кстати, мы телепортнулись в какую-то, как вот эта страна называлась? Ты вот помнишь фильм, они проснулись, да, чуваки, и не поняли? Нарния. Костя, слышите? С нами такое же произошло, так, ребята, встаем на старт, только эту херню не нажмите, Костя, пожалуйста. Костя, еда отнимается, давайте еды друг другу сделаем, ребят. Слушайте, ребята, я только сейчас заметил, что у меня гейм-мод включен. Подожди, стой, Денис, подожди, вытащи оттуда еды, пожалуйста, Денис, пока что у тебя гейм-мод. Да, дай нам еды, пока у тебя гейм-мод. Покорми нас, пожалуйста. Слушайте, мне кажется, так даже правильнее без еды. Вы все равно, там все равно... Стойте, нет, там все равно там... Там лава. А, ребята, это просто предательство, он не хочет давать нам еду. Да вообще негодяй! Да стойте, я тортик не могу найти. А, сейчас же поиск работает. Да ты просто обычную еду дай. Пожмем поиск. Нет, я тортик не... Я вам... Чувак, там есть раздел с едой в кретии. Тортик поставь, мы его все съедим сейчас в центре. Так, сейчас я вот здесь у тортик, у нас здесь реально теперь пижамный... Ты чего сожрал уже? Ого! Вы, Женя, это неправильно. Вы это равно... правильно. Да ты чё, почему? Да вы все равно умрете, там лава будет. Да ты, ну может, мы с первого раза пройдем, чувак. Смотрите, Женя извергает мясо. Женя извергает мясо. Теперь я буду извергать мясо. Получается, сейчас я... Дорогие зрители, ребята, карта недоработана, поэтому мы положим сюда еды, потому что создатель не продумал эту систему. Вообще негодяй. Стойте, ребята вообще не понимают, что за хрень, где мы находимся. Это, сейчас мы будем играть, кто первый прибежит до конца, то... Вот, у нас Олимпийские игры только в Майнкрафте, победитель получает... Ничего. Звездюлей. Один алмаз получает. Ребята, что, побежали, друзья мои, давайте... Раз, два, три. А, стой, подождите, стой. После смерти мы возвращаемся сюда и дальше продолжаем бежать, потому что кто-то... А там, слушайте, там кнопочка задействована, нажать на нее на старте, видите? А, смотрите, клик ZR. Давайте, готовы, кто жмет на нее? Ну я нажму, давай, бежите, Демастер, давайте. Нажимай. Ну, на счет три, да? Да. Раз, два, три. Так. Аллилуйя, я побежал вперед! Ой, а я пока самый первый! А чё двери закрылись? Кто двери закрыл? Женя, молодцом, молодцом! Всё, нормально! Так, я... Жалко, мы друг друга не можем здесь бить. А так я выключу специально. Так это правильно, это правильно. Да прикинь бы, олимпийцы бы били друг друга. Офигеть. Пока что бегу еще. Женя, стой! Женя пока что бежит на лидирующей позиции. Женя не так сделал. Не, самый я второй, Демастер третий. А я не заюзал чекпоинт. Смотрите, я первый. А, я чекпоинт заюзал, что ли? Ты мастер заюзал чекпоинт только что. Я тоже заюзал. Так что. А я не заюзал чекпоинт. А, я понял, почему вы не заюзали чекпоинт, и возможно это потому, что нужно было вам тоже всем кнопочку старта нажать. Да не, вряд ли. Хотя может быть и так, кстати, да. Это же карта на одного, по-моему. Мы с Костей запоролись. Вы молодцы, нормально. Я вас верю, друзья мои. Друзья мои, вы там не тратите. Зря даже на плиту перескочили. Да как такое возможно? Сэр, ты чекпоинт не заюзал просто. Твою мать, ребята, я появился за картой. Трассер, самый хардкорный из нашей команды, он бежит без чекпоинтов. А вот он чекпоинт, кстати, вижу, да? Вы уроды, я не могу здесь пройти это место. Что Денис, не торопись, Денис, ты главное сосредоточься и верь в свои силы. А мы в тебя верим. Я все. Так, сейчас. Все. Так. О, я вижу, здесь что-то мясо лежит жареное. Так я сдох. Прорываюсь. Ребятушки, тем временем я пытаюсь прорваться. Дальше бежишь? Так, я уже... Не-не, меня убило. Женя меня обошел каким-то образом. Костя, дальше беги, ты умер. Каким-то магическим образом Евгеха все-таки, конечно же, обошел. Но я пока тороплюсь, да, то есть я хочу прорваться вперед. Я бегу. А здесь через какой проход-то идти нужно? А да через любой беги, Террасер, просто беги вперед и просто беги. Офигеть! Стойте, ребят, если... А почему чекпоинт? Я не сохранился. Если вы умерли... Все пацаны! Тихо, если вы умерли, заново начинайте. Ну, кто побеждает, тот, кто первый пришел, понимаете? Это пипец какой-то, слышишь? Я, блин, я же поспал. А что, Женя, ты разбился? Да! Женя, я там, если что, поставил, я там справа это разбил дырку. А если что, я самый первый. Не говорим, где разобьются они, потому что они будут знать иначе. Ну ты понял, да, Террасер? А, хорошо. Смотри, я Демастера вижу, Женя. Так. Вот, кстати, а толку то, что я пробегаю чекпоинт, если... Он как-то криво, видимо, здесь работают. А может быть, командный блок тут не включил, нет?
А Костя, ты включил командные блоки? Я включил, они работают. Тогда я не знаю. Ну ладно, если ребят, бы, давайте. Если бы они не работали, ребят, вам бы в чат вообще ничего не писало. Лол! Сейчас я догоню демастера. В нужном месте заспавнился. Догонишь демастера? Ага. Я тоже сдох, так что мне норм. Ты сдох, как ты мог умереть? А я там, короче, запнулся, у меня подлагнуло, и я, в общем, в лаву упал. А, понятно. Красавчик, ты идешь, я тебя жду. Я хочу посмотреть, где там вы падали, короче, издыхали. Давай, проходи вперед, проходи, дружище. Я не прошу. Все, идем дальше. А Костя, ты куда побежал? Техническая неполадочка произошла у Дениса, айфон опять сломался уже третий раз. Я ему говорил, это не у меня, иди в жопу. Я говорю, не покупаю, но китайский, как вы сами понимаете. Все, ребят, продолжаем играть. Да нет, Денис, ты не вникай за тему, я пошутил, конечно же. Надо будет вырезать это все. Вы скажете, где вы там это твое? Да не, естественно, да. Я это вырежу, то, что сейчас было в скайпе. Шум какой-то был, ребят. Это телефон кого-то позвонил. Ой-ой-ой-ой, черт, как так? Я опять упал, прикиньте. Ну бас! Ну как вы могли здесь вообще разбиться? Это же вообще проще простого. Подожди, мастер, ты там что стоишь? Я уже почти прошел, только я горю в аду. В смысле, горю в аду? В смысле, а ты мастер прошел вперед, что ли? Я уже в аду. Стойте, А я зато сейчас третий. Я вот где лава. Я где лава. Главное. Ну понятно, короче, вы все в жопе в самой. Не-не-не, я где лава и вода. Вот где. Будет нелепо, если Костя пройдет первым. Кажется, сейчас таки будет, чувак, потому что я уже вижу финиш. Эй! Нечестно! Давайте кто-нибудь там быстрее до мастера скидывайте. Да я бегу, в общем, ребятушки, я бегу тут. Я бегу и пытаюсь пройти к домастеру. А не, я выбрал самый жесткий путь, так что мне жопа, я выбрал очень. Тут, короче, два пути, медленный и быстрый. Я выбрал очень медленный путь. Вот я дурак. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне, короче, идти еще минут 20 до финиша. Ты же не знал. А не, все. Финиш! Финиш! Да, это он! Да, победа! Битва за второе место началась! Вызов принят. Нет, демастер, он, ребята, у него был скачан на этот, как там его называется, господи, Членикс. Ну да, конечно, у меня. Я вижу чей-то ник, он очень далеко, кстати. Женя, он у меня скачан с рождения. Стойте, ребята. Ребята, я в общем добежал. А у меня две жизни. Ой, господи, ребята, это, подожди, я дошел. У меня пол жизни, ребята. Я прошел, но я на базе вернулся. Да, все правильно, Жень, все правильно, ты здесь, мы тут вместе с тобой. В общем, ребята, мы... Стойте. Финишировали. И давайте сделаем гейм-мод. У нас еще борьба идет. Ребят, вы сейчас не обращайте внимания, я как бы еду себе возьму, потому что как бы мы говорили, просто я сейчас, если еду не возьму, я сдохну. Эй, Костя! Ой, не Костя! Что? Нет, демастер, стой! Стой, урод! Да демастер вообще-то выиграл уже. Вы знаете, что он сделал? Он не так. Он сижу просто кушаю. Он берет. Потом посмотрите на записи, что он натворил. Что он сделал? Он люк открыл, да? Да! Черт, я горю. Блин, я горю. Как потушиться? Битва за третье место. Нет. А, я сгорел. Он сгорел. У меня еще есть шансы, ребята. Кто победит, я или Трассер? Трассер, тут с тебя, в общем, кусок твоей печени валяется. Я тут прям просто валяюсь. Жень, иди сюда назад. Ты как ты запрыгал? Вы можете за нами посмотреть. Я пытался вот так вот забраться. Ты так забрался или нет? А я, знаешь, пошел? Я шел длинным путем. Тоже длинным пошел. Женя, поснимайте нас, как бы. Я думаю, зрителям будет интересен, как мы бегаем. Да кому вы интересны? Как вы фейлитесь? Как вы будете интересны, как вы падаете и умираете? Кто поставил внизу? Я сидел. Давай. Где там взяли невидимости? Я понял. Где оно, Кость, сейчас я найду, так, Сейчас, Бен, ты далеко уже убежал? Я на тебя кинул, Женя, я на тебя кинул зелье. Я прошел лаву. Давай. Мастер. Да я понял. Я теперь боюсь, тут призраки бегать будут. Так, нормально, ждем их, демастер, ждем. Я думаю, знаешь, где они ждут? Там, где люки, наверное. Слушайте, ребята, может так целой командой сыграть? Мне кажется, будет очень классно. А мы сейчас кем играем? Мы не команда. Нет, целой командой. Целой командой мы умрем в скайпе. Мы вчетвером друг друга не слышим. Мы в
в 11 человек мы там просто умрем. Да не, нормально, нормально. Так, я вижу, Денис Шмальц идет на финишной прямой. Не, понимаете? Что может ему помешать, дорогие друзья, в этой очень тяжелой ситуации. Я не знаю, что может вообще просто помешать нашему Денису пройти дальше к финишу, потому что он идет к своей мечте, к победе за третье место. Напоминаю, что Тарасер бежит прямо за ним, и у нас напряженная ситуация. Напряженная ситуация, друзья мои, напряженная! Че, разбился все-таки? Он просто сиганул зачем-то вниз, даже не прыгая. А вот и Тарасер, а вот и Тарасер. Тарасер у нас пытается, вот у него открыт люк, так, и Тарасер сейчас будет прыгать на этот люк. Так, Тарасер. О, ребята. Ну просто уже какое-то не прохождение карты, а наоборот уже жесть какая-то. Это пила. То есть победил Тарасер Демастер, Тарасер и Денис заняли третье место в сумме вдвоем, да? Нет. Вам по половине кубка каждому, ребята. Нет, я добегу. Нет, слушай, может лучше просто медаль купим. Потому что, мне кажется, я вас просто уже не верю. Нет, я не надо заканчивать ничего. Я продолжу. Мне я победю его. Люди все равно интересны. Я победю! Нет, один из нас, один... А, Тарасер сзади. С тобой. Он меня преследует. Все может измениться. Нет, нет, ребята, вот у нас эпик, у нас кто же из нас победит? О, черт, как. Да-да-да, я здесь тоже запоролся только что. Так, да что такое? А, я прошел. Вот, я в шоке просто. Женя! Я даже не представляю, что ты там. Твою же! Женя! Бен торопится и падает вниз, видимо. Костя, не боли контору, нормально, нормально. Убери их, убери из рук их, так, подожди. Женя, дай мне еды. Дай ему еды, подожди, подожди, подожди. Тарасер, и так, Тарасер идет на финишной прямой, и так, Тарасер. Ого, что значит? Бен, а ты что такое? О боже. И так, Денис Шмальц, догоняй Тарасера. А теперь силовой урок от Тарасера, давай, Тарасер. Тарасер, давай бензуку ему налить. Что? Смотри. Что это? Что произошло? What is it? Ну это жесть какая-то, давай дверь возьмем. Да, нам нужна дверь, реально, сделай. Отлично, все. Ребята. Давай. Стой. Стой, у меня есть для тебя подарок. Ой-ой-ой, смотри, что я сделал. Тарасер устроил пляжную... Это мой тортик. Пляжную вечеринку. Давайте, ребят, давайте, тут карта усложняется с каждым разом. Смотри, открылось, это усложнение карты реально. Это, по-моему, можно растянуть вообще на две серии. Давайте, 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 собирайтесь, давайте, забирайтесь, вы молодцы, давайте, давайте. А дальше что? Ты меня кинул. Эй, что за хрень? Куда нам? Смотри, блок летает. Эй, Жей! Эй, иди нафиг, стой! Где дальше проход? Вообще, ребята, на этом мы заканчиваем. Мы захлебываемся, погибаем, ребята, господи, ужас-то какой, ребята! Где с вами была команда Ластрайс, Дэн, Евгеха, Тарасер, Демастер. Очень веселая карта. Да. Ссылочку на карту, Денис. Ссылочку на карту оставим, я, наверное, залью ее на Яндекс. Ссылочку на карту оставим в описании, друзья. Вообще очень весело, очень хардкорно. И, блин, мне реально понравилось, чертовски, реально весело. Нам же не было веселее, я чувствую. Очень весело, ребят, я так никогда не веселился в Майнкрафт. Слушайте, ребят, дайте я долечу хотя бы, посмотрю, как там дальше это все выглядит. Жесть какая-то. Все, а тут Тарасер, так мы почти до финиша, финиш вообще близко был. Кстати, ребят, я заглянул в командный блок, там эти штуки нужны чисто для того, чтобы писать в чат, а не для того, чтобы вас сохранять. Вот лалки, а, создатели. Да, карта маленькая, не проработанная, может просто бета-тестирование. Ну, слушайте, она веселая. Свою подобную карту кидайте команде Ластрайс, и мы пройдем ее. Йоу, вот так вот, пацаны. Чувак, мне кажется, сейчас ты это сказал. А, слушай, а может в группе ВКонтакте создадим темку, кидайте... Нет, почему нет, ребята? А, ну давайте, ребят, реально создадим группу ВКонтакте. Если хотите, да, то сделайте карты, мы с радостью их пройдем. Главное, чтобы карта была, ну, примерно как вот такая вот. Главное, чтобы она была интересная, классная. И с веселенькая такая, бодренькая, хардкорненькая. Вода льется, господи, у кого сортир прорвало. И с неработающими командными блоками. И там... командные блоки обязательно должны не работать. О, да, господи. Сейчас да, да. Какой, Демастер там уже балуется. В общем, ребята, спасибо. Отлично, я победил. Все, кто поставит лайк прямо сейчас к этому видео, получат пятерочку по истории на следующей неделе.
Ты обманываешь людей. Я там ролику пятерку поставил и просто 5 получил. Ну, конечно. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами была команда Last Strike в составе Демастера, Дэна, Евгехии и Терресера. Ребят, мне кажется, мы уже минут 5 прощаемся. Да нормально! Короче, всем пока! С вами самая дружелюбная команда Last Strike была. Всем пока. Да, всем пока. Все предатели, всем пока.